Ах, Джамаль, сколько бы я ни проклинала тебя, этого мало. Выйди из своей могилы, выйди и посмотри на мое положение. Посмотри, что ты сделал со своей женой и ребенком. Что получилось? Что получилось? Ты умер, а я потеряла ребенка. Еще и стала проблемой для господина Хазыма. Надеюсь, к добру. Добрый вечер, Кереме Ханум. Приятно встретиться. Приятно, приятно. Смотри, что я тебе принесла. Своими руками приготовила. Очень вкусно. Съешь на здоровье. Садись, садись. Садись. Ох, как ты хорошо заварила. Люблю крепкую заварку. Всю мою усталость как рукой сняло, честное слово. Уф, не слишком ли много 4 стакана? Сердцебиение не участится? Думаешь? Что, уже 4? Так хорошо беседуем, что хочется пить да пить. Невозможно насладиться. А, что я говорила? А, да. У нас с тобой уже сложились отношения, Кереме-ханум. Мы с тобой почти соседи. Расскажи мне, что у тебя на душе, а? Какая у тебя проблема с Хазымбеем, интересно? Если я могу чем-нибудь помочь, не стесняйся, говори. Я вас помирю. Рассказывай, что за проблема с Хазымбеем, а? Салиха-ханум, не лезь не в свое дело. Извини, но я провожу тебя. Мне завтра рано вставать. Ай-яй-яй-яй, обожглась руку, обожгла руку. Ой, в прошлый раз обожглась на плите, теперь чай пролила. Ой, видишь, руку обожгла. Какая неуклюжая. Есть йогурт или мазь? Принеси что-нибудь. Салиха-ханум, я не могу поверить. Прости, я не знала, что так будет. Это... Это же Кереме-ханум. Беременная. Это, наверное, ее муж. А, говорила, что ни мужа, ни детей нет. Посмотрим. Стройплощадка Егемена, 1986. Подуй, подуй, чтобы прошло. Давай, давай. Ай-яй-яй, горит, горит. Ай. Ну, стойте. Ой. Ох, крем помог, лучше стало. О. Давай, Салиха-ханум, я тебя провожу, я действительно рано ложусь. Да, да, конечно, уже поздно. Ой, да, у меня дома ведь дети ждут меня, да. А у вас нет детей, да? Я же говорила тебе, что у меня ни детей, ни мужа. Говорили? А, совсем из головы вылетело. Видите? Ну ладно, я пойду уже. Я все равно приду снова, вы не переживайте. Вы не одиноки, хорошо? И не надо утруждаться, я дорогу знаю, дойду сама. Всех благ тебе. Хорошо. Ах, ах, Хазымбей, ты ответишь за то, что отправил эту женщину. Восемьдесят шестой год. Стройплощадка Эгеменов. Нет ни мужа, ни детей, да? Ай, да лгунья, лгунья.
Посмотрим, в чем проблема Хазымбея. Муж или ребенок? Посмотрим. Посмотрим, где ты живешь, соседка. И правда, соседи. Значит, ты здесь живешь, Салиха.